Продается дом в Краснодарском крае, в Белорецком районе, в поселке Родники. Дом 100 квадратных метров на 5 сотках земли. Стоимость дома 4 миллиона 300. Вот такой дом. Такая вот здесь улица. Ну, улица со временем заасфальтируется, потому что еще пока все строятся. Рядом находится город Белореченск, где-то 4 километра. Дом на высоком фундаменте. Очень классный. Ну, цены, конечно, выросли, но это не застройщики виноват. Это цены на стройматериал очень сильно выросли. Из-за этого им пришлось поднять цену, потому что у них сильно очень много затрат. Вот в том направлении находится школа. До школы где-то километр. Новая школа. Рядом остановка автобусная. Пять соток земли здесь, ровный участок. Дом газифицированный. Без отделочных работ. Предчистовая. Будут только натяжные потолки. Но это все доделается. Здесь будут ворота откатные. Забор с профлиста. Не из сетки, с профлиста. Дом сделан с газобетона. Обложен вот таким вот кирпичом. Везде по дому водоотлив. Вот такой вот. Между газобетоном и кирпичом 3 сантиметра воздушная прослойка. Залит вот такая площадочка. Ровненькая. До дороги есть еще место, где поставить автомобили. Ну, здесь будет все, когда забор сделают, все благоустроится, все уберется мусор. Так что дом продается от застройщика, без посредников, без риэлторов. Вы будете непосредственно покупать от застройщика. Вот такой вот участочек здесь. С кухни выход. Вот такой вот в огород. Вот высокое крыльцо. Выведена вода на улицу для полива огорода, для мойки автомобиля. Вот такая вот заливается отмостка здесь. Смотрите, какая толстая. У застройщика свой бетонный завод. Бетон хорошей марки, не жалеют они его. Вот такой вот он. Зайдем сейчас в дом и посмотрим, как располагаются комнаты. Очень тихое, хорошее место. Смотрите. Вот вдалеке еще два дома строится. Так, заходим в дом. Вот такой просторный коридор здесь. Смотрите. Ровные полы, теплые. Здесь будут натяжные потолки. Идеально ровный пол. И коридор плавно переходит в кухню-гостиную. Вот такая кухня-гостиная с теплыми полами. С выходом в огородик. Дом на высоком фундаменте. Очень хороший дом. Радиаторы отопления стоят.
Смотрите, какая просторная кухня-гостиная. Розеточки. Выход ТВ-кабеля. Вытяжка. Здесь место для кухонного гарнитура. Канализация тут видна. Вода холодная, горячая. Вот здесь под посудомойку или под стиральную машинку. Розеточки здесь, здесь, внизу. В доме очень много всего розеточек. Вот под сплит-систему выведена розетка. Очень просторный дом. Очень, очень хороший. Планировка замечательная. Смотрите, сколько места. Есть где развернуться. Так, заходим вот в эту комнату. Вот такая вот комната. Радиаторы отопления. Розетка под сплит-систему. Еще две розеточки. Дом из газобетона. Теплый. Летом прохладно. Некоторые застройщики делают с блока, или как с шлакоблок, ну с блока, сейчас шлака уже нету блока. Они делают с блока и обкладывают не вот в пол кирпича, а он еще одна четверть там кирпича, еще половинка. И дом очень прохладный, ой, дом, да, зимой очень холодно, а летом жарко. Так что смотрите, кто будет покупать. Лучше с блоков не покупать, брать с газоблока. Выведены розеточки, кабель телевизионный, 220 тут под розетки. Смотрите, такой ровный пол. Заходи и клади плитку. Так, здесь у нас как бойлерная. Тоже просторная комната. Насос. Забита скважина. Газовый котел. Хорошего качества. Вытяжка. Вывод под теплый пол. Вот такой вот. Все так сделано аккуратно. Здесь тоже можно раковину поставить. Руки зайти помыть. Можно здесь даже делать полки, как гардеробная половина. Дальше идем в ванная комната. Ванная комната вот такая вот. Просторная. Вот вода под горячо-холодную. Слив. Здесь унитаз поставить можно. Здесь душевая кабина. Вот так вот. Или вот там в углу душевая кабина. Здесь раковина, унитаз. И здесь под полотенцесушитель. Вот такая вот ванная комната. Залит армопояс. Вот видно, смотрите. Армопояс в каждом доме обязательно должен быть. Вот такой вот армопояс. Так. Вот следующая комната. Это как спальня будет. Вот две розеточки выведены. Радиатор отопления. Еще одна розеточка. Выведен кабель телевизионный. И кабель для подключения телевизора на 220 вольт здесь. Вот такая вот комната. Натяжные потолки везде будут. Все доделают. Так, еще одна спальня. Они две одинаковые спальни. Также розеточки. Радиатор отопления. Вот в каждой комнате
выводы телевизионного кабеля и подключение телевизора до 220. Еще две розеточки рядом ставятся. Также еще одна розеточка. Так что вот такой вот дом. Классный, высокий, на высоком фундаменте. Так что, кого заинтересует этот дом, пишите в комментарии, пишите мне на WhatsApp, номер телефона будет внизу, в описании, под описанием этого видеоролика. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!